Всем привет, друзья! Мы выдвигаемся из Чехии, из Праги в Краков. Мы на главном вокзале Праги. Едем в Краков. У нас там два вебинара, понедельник и во вторник, 16 часов по Москве. Вот наш поезд. Отправляется через 15 минут. Рекомендую посетить вебинары, вообще наши вебинары. Интересные эксперты, много полезной и нужной информации для эмиграции. Речь пойдет о Польше, работа и ВНЖ в Польше с получением второго паспорта. Хорошие вакансии на разных предприятиях. Интересные моменты, связанные с получением воеводского приглашения. Как это делается, как лучше подавать на рабочую визу из СНГ для Средней Азии, в каком посольстве, какие документы готовить, как сэкономить на страховке и многое-многое другое. Так, наш поезд, и я иду в поезд. Обычный поезд экономического класса. Можно заказать кофе. Вот такой туалет в пригородной электричке. Мыло есть. Так, сенсорный краник. Все чисто, помыто. Зеркальце. Салфеточки. Все как всегда. Присутствует даже ёршик есть. Очень хорошо работает Wi-Fi. Сейчас загрузил ролик 1 гигабайт на YouTube. Буквально за полторы минуты.